Привет, ребята. Вот наконец-то мы въехали с Defender'ом к нам в гараж Касперу. И у нас по планам будет меняться раздаточная коробка, коробка передач и сцепление. И завтра с утреца начнем работать над этим мостом. Ну вот, ребята, мы начинаем работу над Defender'ом. Предстоит у нас поменять коробку передач, раздатку, новое сцепление. Хозяин захотел поменять все новое, так что мы заказали все с Land Rover'а. Поедем заберем сегодня. И будем вас информировать, в следующих видео все увидите. Подготавливаемся, пробрызгали все болты. Доброе утро, Каспер. Доброе утро. Вот, пробрызгали все болты, чтобы легко все подкручивать. Полная подготовочка. Масла в раздатке не было. Был полный йогурт, опилки. Понижайка выскакивала. Вот. Коробка передач гудит. Хозяин никогда не доливал никакого масла. Так что как-то так. Поедем за коробкой. Сейчас начнем разбирать. И будем вас информировать. Инструментами все пытаемся использовать с компанией Snap-on. Вот, так, мы не идем дальше. Ну вот, продолжаем разборку, ребят. Продолжаем разборочку. Сейчас снимем раздатку, коробку. Продолжаем разборку. Скоро дойдем до раздатки, до коробочки. Снимем, поедем забирать новую коробку, новую раздатку, сцепление с Land Rover. Хозяин захотел поставить все новое, так что есть хорошие скидки у нас, и заказали все новое. Так что скоро увидим. Увидите, покажем, распакуем и начнем устанавливать. Пока! Вот коробка на земле, ребят.
коробочка с раздаткой на земле. Сейчас будем грузить. Загружаем и везем, меняем, забираем новый. Все, ребят, последние штрихи, будем загружаться уже. Ван готов. Пригнали подъемник. Ребят, приехали на место. Красивый чистенький Defender стоит. Тюнингованный весь. Пойдем забирать. Смотрите, какой красивенький, ухоженный. Хороший бампер. АРБ бампер стоит. Ну вот, ребят, сейчас заберем новую коробочку с раздаткой. Все готово, ждет нас. Все запаковано. Смотрите. Ну вот мы, ребят, приехали забрать коробку. Есть много-много-много деталей. Все для Land Rover, все для Defender. Все запаковано. Раздатки, коробки, пружины. Все в коробочках. Ребят, вот везут нам загружаемся, ребята. Загружаемся вперед в гараж. $1800 за раздатку с коробкой. Ну что, ребят, все готово, загружаемся, поехали обратно в гараж. Всем пока, скоро увидимся.
ребята подготавливаются к лету, моют тротуары, проветривают свои дома на колесах, косят травку, поскольку все закрыты из-за вируса дома, так что все убираются дома. Как видите, цветочки цветут, очень красиво, тепло. 18 градусов сегодня 22. У нас. 22. 22. 29 цветут. Очень красиво, супер просто. Птицы поют очень красиво. Супер. Все, ребят, скоро увидимся в гараже. Продолжаем дорогу. Продолжаем путь. Вот остановились мы взять бутерброд. Сейчас вы увидите, как ребята кушают в Англии. Англичане кушают бутерброд с чипсами. Вот. Здесь так принято у них, в принципе. С мясом бутербродов не было. Зато есть бутербродик с сыром. И вон чипсы. Вот. То же самое у меня. Перекусим по дороге и вперед в гараж. Так как я говорил, уже клиент очень успешный человек. Снимем, покажем вам дом его. Находится он в историческом месте. На BBC Channel 4 снимали его программу о нем. Grand Design называется. Человек получилось полностью, землю он купил за 1 000 000. И с постройкой дома ему получилось 3 миллиона. Так что снимем еще сегодня дом. Вернем клиенту обратно Defender и покажем примерно, как это все выглядит. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и следите за дальнейшими действиями. Всем пока!